Привет, привет, привет! Сегодня мы с тобой отправляемся в невероятное космическое путешествие и вместе создадим вот такой классный космос. Построим ракету, на которой и отправимся. Ну что, готов? Пристегнулся? Тогда поехали! Для нашего полета сегодня нам понадобятся акварельные краски, салфеточка, соль, водичка, кисточка, карандаш и ластик. И, конечно же, бумага. Ну что, начнем заливать наш космос. С чего мы начинаем? Возьми кисточку. Кисточку бери побольше. Намочи ее. Намочи немножечко уголок бумажки. Вот так. Не создавай сильно больших луж, но бумага должна быть влажная. Теперь еще раз смочи кисточку, возьми синий цвет и просто вот так разводи его по бумаге. Теперь смочи еще раз кисточку, возьми водички, вот так, чтобы пару капелек было на кисточке. Возьми красный оттенок и добавь его в синий. Если видишь, что много красного получилось в синем, смочи еще раз кисточку, возьми еще синего и добавь снова в красный. Смотри, какой красивый фиолетовый оттенок получается. Теперь добавлю еще немножечко фиолетового. Вот сюда. Смочи еще раз кисть. Смочи лист. Еще больше. Мочи его, мочи. Пусть краска красиво растекается. Смочи еще лист. До серединки смачивай лист. Еще раз мой кисточку. Бери красный цвет и капай. Вот так, точечными мазочками. Вот такой у нас будет космос. Пусть краски затекают друг в друга. Возьми еще синего, смочив кисточку, и добавь еще сюда красный. Теперь возьми фиолетовый и добавь тоже в красный. Вот так, размывая краску аккуратно, как будто лужи, пусть краски вмешиваются друг в друга. Теперь смочи кисточку, возьми еще красный, капни фиолетовый. Возьми, смочи кисточку еще раз, возьми синий, добавь в красный и растягивай краску по листу, вот так, такими красивыми мазочками. Еще возьми водички, намочи оставшуюся треть листа. Вот так. Возьми синий, смочив предварительно кисть. Вот так, добавь еще. Смочи еще раз кисть, возьми еще синего и добавь еще. Вот такой у нас космос. Смачиваем еще раз кисть. Берем красный и добавляем внутрь синего, замешивая такими красивыми разводами. А еще, пока наш космос мокрый, давай его немножечко посолим мелкой солью. На все влажные места нанеси, посыпь хорошенечко мелкой-мелкой соли. Вот так. Можно еще взять кисточкой немножечко водички. Нанести на бумагу, чтобы она стала еще более мокрая. Вот здесь, например, в темных местах. И теперь возьми еще немножко сольки и посыпь. Смотри, какие красивые разводы звездочки у нас получаются. Все, теперь пока рисунок сохнет, мы займемся ракетой. Я поменяла водичку, взяла листик поменьше. Ты сделай то же самое и начнем делать нашу ракету. Возьми карандашик и начнем намечать нашу ракету. Для этого посередине листа проведи линию вертикальную. Это будет центр нашей ракеты.
от этой линии с верхушки и примерно вот до сюда проведи дугу. Вот так. И отсюда тоже проведи дугу. Вот так. Теперь вот эту и эту точки мы соединим тоже дугой. Вот так. Нарисуем красивую полосочку. Здесь у нас будет крепиться двигатель. Здесь мы обозначим нос ракеты. Вот так. Ой. Если вдруг линия ведется, дуга ведется неровно, ты можешь всегда стереть и нарисовать новую. Вот так. Теперь наметим окошко посерединке, нарисуй круг, вокруг него еще один круг. Из этого окна космонавт видит космос. Вот так. Здесь нарисуем полукруг поменьше и сверху полукруг чуть больше. То же самое здесь, рядом с окошком, нарисуем третье окно, круг поменьше и круг побольше. Теперь нарисуем стабилизаторы. Это такие крылья, благодаря которым ракета движется ровно к своей цели. Примерно посередине вот этого отрезка наметь себе точку и посередине вот этого отрезка наметь себе точку. Теперь отсюда веди дугу вниз и из нижней точки ракеты вот отсюда проведи еще одну дугу вниз, соединяя линии вот здесь. То же самое сделаем с правой стороны. Проведи дугу. И с нижней точки ракеты проведи еще одну дугу, соединяя эти две точки. Теперь сотрем центральную линию. Она нам больше не нужна. Кстати говоря, ты знал, что ракета движется вверх в космос за счет горения. Это словно надуть шарик и выпустить его в воздух. Воздух вытолкнет его, и он направится вверх. То же самое и ракета. Вот так. Теперь нарисуем посередине красивые полоски. Это будет блеск на ракете. И пару бликов на крыле. Вот здесь треугольничек нарисуй. И вот здесь такую дугу, дугу и палочку, такой треугольник. Отлично, наша ракета получилась. Теперь нажми на паузу и повтори за мной. Теперь начнем обводить нашу ракету. Возьми маркер и обводи по контуру. Нарисуй здесь еще одну полоску, чтобы оставить ее потом белой, красивой. Обведем окошки. Отлично! Теперь нажми на паузу и повтори за мной. Приступим к разукрашиванию. Я возьму кисточку среднего размера, намочу ее. Возьму чуть-чуть красного цвета, совсем немножечко. И начну закрашивать нашу ракету. Не заходя за контуры, крась, касаясь кисточкой и растягивая краску по листику. Отлично. Можно сделать ракету еще ярче. Для этого возьми, смочи чуть-чуть кисть, возьми еще красного цвета и сделай то же самое. Отлично, теперь промой кисть. Нажми на паузу и повтори за мной. Теперь возьми, смочи кисть, возьми желтый цвет. И мы закрасим как раз те самые стабилизаторы. Просто растягивая цвет по бумаге. Кисточкой прикасаясь и тяни водичку с краской. Сильно на кисточку не дави, работай самым кончиком.
Теперь снова смочи кисточку. Возьми краски, чуть-чуть поболтав ее вот так по кругу. И снова прикоснись к бумаге кисточкой и растягивай кончиком водичку с краской. Вот так. Отлично! Теперь нажимай на паузу и повторяй за мной. Молодчина! Теперь снова смочи кисть. Возьми синий или голубой оттенок, какой тебе больше нравится, либо любой другой, который ты любишь. И снова прикоснись к бумаге и растягивай ее, закрашивая центральную часть ракеты. Если хочешь сделать ярче цвет, то ты всегда можешь брать просто больше краски. Больше дави на кювету и набирай, набирай, набирай кисточкой хорошенечко краску. Супер! Теперь нажми на паузу и повтори за мной. Докрасим остальные части. Отлично! Теперь снова смочи немножко кисточку. Слегка убери водичку о край баночки. Вот так. Возьми еще голубого или синего оттенка и закрасим окошки. Отлично, окошки готовы. Теперь нажимай на паузу и повтори за мной. Супер, теперь возьми, смочи кисточку, немножечко убери водичку о край баночки. Возьми еще немножечко красного цвета и закрасим заднюю часть ракеты. Вот здесь, сделаем ее яркой, ведь отсюда идет огонь, благодаря которому ракета летит. Вот так. Супер. Теперь смой кисточку. Нажимай на паузу и повторяй за мной. Отлично. И нам остался последний штрих. Это разделительная полоска на ракете. Возьми, смочи кисточку. Немножечко убери водички о край бортика баночки. Возьми зеленый цвет. И закрась полосочку. Супер! Пришло время звездочек. Сейчас нажми на паузу и повтори за мной, и мы продолжим с космосом. Вот мы и подошли к одному из самых магических моментов нашего рабочего процесса. Будем создавать звездное небо. Для этого нам понадобится щетинистая кисть, либо зубная щетка, я воспользуюсь зубной щеткой, белая гуашь, конечно же, палитра и немножко водички. Возьми гуашь, набери ее зубной щеткой и положи немножко на палитру. Вот так. Отлично. Теперь верхней плоскостью щетки промокни в гуашь. Не сильно много набирай. И теперь возьми и расчеши вот так щеточку. Смотри, какие красивые брызги у нас получаются. Если вдруг капнешь, вот как у меня получилось, ничего страшного, сверху здесь мы прикрепим ракету потом. Вот так, брызгой, расчесывая щетку зубную. Вот так. Держи близко щетку к листу и расчесывай ее пальчиком. Вот так. Если что-то капнуло, ты всегда можешь взять салфеточку и чуть-чуть промокнуть краску. Ничего страшного. Вот так. Вот так. Вот так. Вот такими постукивающими движениями можно убрать краску, создав дополнительный космос. Вот так, еще немножечко. Вот так, смотри, как красиво получилось. И возьмем еще немножко краски. И снова бери и брызгай поверх, создавая красивые галактики. Отлично! Теперь нажми на паузу и повтори за мной. Теперь вырежем нашу ракету.
Отлично. Нажми на паузу и повтори за мной. Теперь будем делать объем для нашей ракеты, чтобы она выпирала из космоса. Как мы это будем делать? Для этого нам нужна будет губка, ножницы и клей. Возьмем губку и отрежем от нее небольшой кусочек. Вот так и так. Отлично. Теперь намажем ракету сзади клеем. Хорошенько. И приклеим губку. Отлично. Вот так у нас получилось. Супер, теперь нажми на паузу и повтори за мной. Наш космос высох, и дело за малым – отправить ракету. Берем нашу ракету, клей, намазываем хорошенько обратную сторону губки. И приклеиваем по диагонали из одного уголка в другой. Но если ты захочешь отправить ракету в каком-то другом направлении, можешь это смело делать. Готово. Теперь нажми на паузу и повтори за мной. Ну как тебе? Понравилось? Мне очень. А уже в следующем уроке мы вместе встретим инопланетного монстрика и узнаем секрет его широкой улыбки. До встречи! Пока-пока!